Это тоже важно учитывать. Банчи классно открывается в полуфланге. Легко принимает мяч рядом Волков. Классно, Сергей, открывается. Подача и гол! Кокшаров! Первый гол в нынешнем сезоне у Кокшаровой. Браво, Волков! Не зря мы Сергея хвалили. В какой же он потрясающей форме. Вообще нет никаких вопросов по его позиции. Ну и Кокшарова поздравляем. Владимир Ильич может попить водички, утолить жажду. Он может быть вполне доволен. Кокшаров меняет Кордобу. Ну а Ростов прямо рассыпается на глазах.